Действительно, проживаю прошедшее по многу раз уже в настоящем. Почему человеку привычно жить прошлым? Спасибо. Да потому что это единственное, чему вы научились. Все остальное вызывает у вас патологический страх к изменениям. Держитесь за удавку на горле, но точно знаете, что нужно сделать. И повторяете, переповторяете. Это отсутствие развития какого бы то ни было, отсутствие изменений каких бы то ни было. Вы сами себя убедили, что вы ничего не можете, что в вашей жизни кто-то должен прийти и разобраться. Метла такая должна прийти, все вот, вымести, а потом еще и по голове чем-то стукнуть для того, чтобы вы включились. Кто вам мешает-то? Вот это пресловутое «кто-то виноват», никто не виноват, это вы не двигаетесь никуда. Вы не хотите вкладываться в себя, вы не хотите развиваться и изменяться. Сидите и тихо труситесь, как те зайцы, которые думают, сейчас выйду, меня убьют. Да вы сами себя быстрее убьете и какую-нибудь болячку приобретете для того, чтобы оправдать. Ну это такой, ну совсем детско... До 5 лет возраст, когда мама сказала, не ходи, я пошел и по голове получил. Уже и мамы там где-то рядом нет, и вообще никого рядом нет. А я все сижу и жду, вот идти, не идти. Это бесконечный внутренний поток мотивов, которые туда-сюда гуляют и ничем не заканчиваются. Вы проживаете внутри жизнь, которая вообще не ваша. Не хочу взрослеть, потому что там страшно. С чего взяли, что там страшно? Там классно, замечательно, потрясающе и достойно. Но только выйти туда надо. Кто ж вас потянет-то на аркане? Кому надо?